Всем привет! Вы на канале Strawberry Mouse! И с вами мышка! Да-да, снова мышка из прошлого видео. И я сегодня гуляю с бабушкой. Скажи всем привет! Привет! И где мы с тобой гуляем? По улице Мечников, как всегда. Ну да, как всегда, как всегда. Улица Мечников, вот он. И мы гуляем. Ребятушки! Хотя, ребятушки, я взяла эту вот одежку, я у нее убрала и одела от Барби, понимаете? От Барби. И нормально как бы. Я теперь с ней хожу, ребятушки. У меня с этой мышкой сахара наладились. Скажи, бабушка. Да, говорю. Она подтверждает, ребятушки. Парикмахерская, написано, что 9 уже заканчивает работу. А сейчас сколько? 8? 8. 8 часов, она закрыта. Да, ребятушки, это как-то неправильно. Моя мышка. Старушка. Бабушки ходят. Ребятушки, мы сейчас пойдем по улице какой? Дойдем до Будюновского проспекта. Пройдем до Текучего. А потом домой, да, ребятушки. Вот такие вот. А мы все идем, ребятушки, и вы все увидите таймлапс. Ребятушки, смотрите, какие тучи. Ничего, ребятушки, в следующем году я сниму для вас влог, как мы будем заселяться в наш номер. Я надеюсь, что мы на море поедем в следующем году. В этом году мы были на море, я там сняла влог, но там странные, честно говоря, ребятушки. А в следующем году я все для вас сниму, вы будете смотреть, я надеюсь. У меня тогда уже будет, наверное, аудитория хоть какая-нибудь, но я надеюсь, не такая, как сейчас. Ребята, что так обидно, что стараешься, а ничего вообще, смысла никакого. Обидно, ребятушки, что смотрит меня только бабушка и моя мама. Это я не знаю, я еще со второго аккаунта на себя смотрю. Да, ребятушки, это, конечно, вы, наверное, не услышите, а нет, вы это услышите. Ну, короче, ребятушки, ну почему я стараюсь, а вы на меня не подписываетесь? С моими подписчиками, ну там еще Дональд Дак есть. Подписались и все. Все. Не смотрят, просто подписались. Ну, это может быть мои друзья, там, я не знаю. Ну, короче, такая вот ерунди. Ну, ребятушки, подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк. Хотя, как вы меня найдете, если написать мой аккаунт, то будут там всякие клубничные изделия. А моего канала вы не увидите, ребятушки, такие вот дела. Надеюсь, вскоре мой канал уже засветится. В популярных. Ну, через годик опять, так 6. Ребятушки, давайте быстрее подписывайтесь. Чем больше вы будете подписываться, тем больше я буду снимать роликов и видео для вас. Да, ребятки, вот такие вот дела. Ой, ребятушки, помните, Перескуриус, как я снимала 2 дня назад видео? Точнее, это агрокомплекс, извиняюсь, ребятушки. Прошу прощения, ребятушки, мои любимые ребятушки. Такие вот дела, ребятушки, а я с мышкой иду.
уроки своей жизни, ребята. Ой, ребятушки, мы не курим, не пьем, и вам не советуем. Ой, ребятушки, винные напитки, это плохо, ребят. Лучше пить водичку с газом, а не ну, с газиками имеется в виду газированную. Ну, кока-колу или водичку вообще. Вот эта водичка самая полезная. Ребятушки! Ребятушки, никогда не покупайте рис и не заказывайте, точнее, большие роллы. Ну, называются большими, как вы оплачиваете, да, намного больше. А они, блин, маленькие. Вы наедаетесь и что такое. Короче, берите маленькие. Или заходите в чебуречную, покупайте самый большой чебурек и съедайте. Вы будете сытыми, довольными и просто все будет чики-пуки. Жизнь будет вам поворачивать. Ребятушки. Крошки. Магазин А. Ребятушки, когда не видели, магазин А. Это просто... Помогите! Почта России! Ребятушки, надеюсь, это видите, да? Вы это видите по-любому. Почта России! Ребятушки, мои дорогие! На-на-на-на-на! Люди чебуреки открывают. Ни с кем делиться не хотят, ребятушки. Мой гарбл. Упади, 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 упади! Будешь у контента, ребятушки! Упади! Не, он не хоть упал. Ну почему хочется шоу контента? А не получается, ребятушки, закрыть. Ребятушки, икра, охлажденная рыба, живые морепродукты. На-на-на-на-на-на-на-на. Ребятушки, смотрите. Да, морепродукты живые. Ой, ребятушки, мы зайдем. Вход без масок запрещен. А нам все можно, ребятушки. А нам все можно. Ребятушки, тут икра по 7 тысяч стоит. Обалдеть. Холодные напитки. Ребятушки, капает. Это капает. Ребятушки, капает. Смотрите, ребятушки. Ребятушки, мы попали под шок-контент, ребятушки. Его не видно, но он есть, ребятушки. Как я не знаю, как вам показать. Смотрите, ребятушки. Если вы что-то видно, ребятушки. Ребятушки, мы под дождь попали. Мы шу спасаем, ребятушки. Ребятушки, смотрите. Да есть такой сильный. Ну, как сказать, сильный, нормальный. На море был намного сильнее, ребятушки. Так он так же начинался. Ну, есть такой, там потом волны пошли. Ребятушки, видно, нет? Ребятушки, короче, вот, смотрите. Ребятушки, все просто шикарно, ребятушки. Я тут спасаю мышку мою. Ой, ребятушки, видно, 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 ребятушки, видно, 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 ребятушки, видно. Вы видите? А, ребятушки. Под деревцем хорошо сидеть. Под деревцем почти вообще не капает, ребятушки. Благо, что у меня телефон водонепроницаемый, ребятушки. Ой-ой-ой, ребятушки. Рыбалка. Короче, что-то туризм еще. Это улица Чекучева. Да, улица Чекучева, ребятушки.